Доброе утро. У нас в гостях Екатерина Грязнова, сотрудник Центра студенческих культур СВУ. И также у нас в гостях коллектив «Раздолье». Наши друзья, которые не раз к нам приходили уже на эфир. Там прям сельскохозяйственная бригада целая у нас. И по этому поводу будет целая танцевальная постановка. Но прежде, ну так уж получается, мы сегодня принимаем поздравления. Выпрашиваем. Екатерина, что бы вы нам сказали? Ну, я думаю, телеканал «Афонтово» не нуждается в выпрашиваниях. Вот, мы, конечно же, и от всего нашего коллектива «Раздолье», и также от Центра студенческой культуры Сибирского федерального университета поздравляем вас с днем рождения. Вот, и желаем, чтобы ваше творчество, оно радовало каждое утро не только таких молодых и таких же талантливых, как мы, но и вообще весь город Красноярск. А вы скромные. Спасибо. А «Раздолье» сколько лет? Какая у вас история? У нас, нам 7 лет в этом году, и мы также апрельские. Вот, появились мы 24 апреля 2009 года, все правильно. Ну, позвольте так вот с высоты пожелать вам долголетия, развития, творческих удач и хороших креативных находок. Ну, кстати, «Раздолье» уже и так много наград постоянно получает на всероссийских различных соревнованиях. До 25-летия, когда они дойдут, да, сколько у них там будет медалей и наград. Ну и прямо сейчас хотелось бы увидеть ваше представление, ваш номер. Что это за номер будет? Номер называется «Косари». Но открою маленький секрет. Да. Будет не целый номер, а частично. Да, самая такая яркая, самая запоминающая часть. Я думаю, что всем она понравится. Давайте посмотрим. Да, просим. Они взяли действительно настоящие косы, пошли на настоящее поле, чтобы вот отработать технику. Объявили новый набор в коллектив. Нет, видишь, все прекрасно. Ансамбль танца «Раздолье» на языке танца как бы пожелал нам косите. Косите деньги, славу и успех. Спасибо вам большое. Желаем вам всего самого хорошего.